Это не торжественный смотр техники, а построение перед очередным боем. С помощью лопат, ковшей и самосвалов уборщикам только в Ленинском районе необходимо привести в порядок более 40 улиц, вывести остатки снега и наледи. Будут отрабатываться посадочные площадки, пешеходные переходы. И лестничные переходы тоже будут отрабатываться, ну, очищаться ото льда. Мы стараемся по максимуму вывести эту снежную массу, чтобы оно, ну, таяние этого снега происходило не на улицах города, а на специально отведенных для этого полигонах. Итак, метр за метром. Трактора, погрузчики, самосвалы и более 40 рабочих. Благодаря их усилиям ежедневно с улиц Ленинского района вывозят от 2 до 3 тысяч тонн снега. Встретить плюсовую температуру уже готовы несколько улиц, среди них Самарская и Вилоновская. Максимальное количество техники, максимальное количество усилий людских. Все выходит в город и все работает для горожан. Если на улице есть наледь, то с ней борются. И даже если плюсовая температура, все равно район отслеживается на предмет, где остались какие кусочки льда или где есть такая травмоопасная ситуация. С этой ситуацией боремся. Ежедневно на борьбу за чистоту в Ленинском районе выходит более 20 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Основная часть – ночью, чтобы не создавать помех для пешеходов и машин. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.